уклоном в будущее. С нового учебного года сельские выпускники 9 классов смогут продолжить обучение по программе полного среднего образования в любой школе Наринмара или поселка Искателей. На выбор ученика 8 направлений, среди которых класс с физико-математическим уклоном или Роснефть-класс. Там готовят будущих инженеров и физиков. Вот видите, я вижу фиолетовый цвет, зеленый цвет, красный цвет. Ну-ка посмотри, поворачивай, да, и ты увидишь этот спектр. Обычная лабораторная работа по физике теперь настоящее увлечение. Все, что раньше ребята видели только в учебниках, происходит прямо на глазах. Загорается лампочка Ильича, обнаруживаются световые волны. Все явления и процессы, без которых немыслим мир физики, стал доступным и понятным. Благодаря этому мы приобрели, значит, сотрудничество с Роснефтью. Приобрели оборудование, вот, например, для наблюдения электрического тока в полупроводниках. Это тоже демонстрационный эксперимент. То есть можно разместить на доске и все показать, соединив между собой приборы и показать, как электрический ток себя ведет в полупроводниках. Это очень много демонстрационного материала должно быть для таких классов, как профильные классы, потому что все-таки это углубленное изучение предмета физики. Три вида оборудования для лабораторных работ – неотъемлемая часть каждого урока. С ним легче понять возникновение звуковых и электромагнитных волн, принцип действия электричества в вакууме. Екатерина на уроках старается не отвлекаться, потому что знает, полученная информация будущему инженеру или нефтянику непременно пригодится. Сейчас мы на самом деле удивились, что все так хорошо получилось. Потому что до этого мы смотрели, как-то, ну, без оборудования это было не так видно. А сейчас вот именно сделали, и очень хорошее изображение получилось. И действительно, мне даже очень понравилась лабораторная работа. Помимо физики, математики, химии и информатики, ребята проходят дополнительную довузовскую подготовку и профориентацию. Это знакомство с вузами, экскурсии на производственные объекты Роснефти, встречи со студентами Ухтинского университета. Возможно, кто-то из 18 учеников 11 Б-класса продолжит образование именно в этом вузе. Роснефть с образовательным учреждением заключили договор, по которому выпускникам профильного класса выделяются целевые места. Так как дается акцент на физику и на математику, все сюда пришли с этими определенными знаниями, которые в дальнейшем им помогут. То есть они целенаправленно поступили в наш класс Роснефть. Согласно статистике социального партнера округа компании «Роснефть», 90% выпускников профильного класса поступают в вузы. К тому же им помогают с прохождением практики, ведь компания присутствует практически в 80 регионах страны. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, телеканал «Север».